Выпускница аэрокосмического лицея «Химок» Полина Марлок будет поступать на программу двух дипломов ведущих университетов России и Азии. Эту цель девушка поставила себе еще давно, поэтому готовилась к госэкзамену основательно. Так русский язык Полина написала на 100 баллов. Расскажи, пожалуйста, когда шла на экзамен, волнение присутствовало? Разумеется, был мандраж, так как это самый первый мой экзамен. И присутствовала эта неуверенность, если попадется то, что я не знаю, или то, что я не прошла, или то, что я забыла. То есть все равно присутствовало это волнение, несмотря на огромный пласт подготовки. Полина всегда ответственно подходит к делу, не боится трудностей, рассказывают ее родные. Выпускницей гордится вся семья. Тот вклад, который нам несла, тот труд, он оправдался. Он оправдался, она большая, молодец, мы были счастливы. Счастливы, что ребенок сам себе доказал, что он может и что для нее нет границ. В числе тех, кто получил 100 баллов по русскому языку, и Дмитрий Суриков, выпускник школы «Лига первых», рассказывает, на экзамене важно уделить внимание перепроверке своих ответов. Я нашел 3 ошибки и исправил их. А вот уже легкая, когда понимаешь, что ты все это решал, ты все это знаешь, и ты идешь. И, собственно, получаешь то, что хочешь. С каждым годом все больше выпускников школ «Химок» демонстрируют на ЕГЭ максимальные результаты. В этот раз на 100 баллов написали госэкзамен 25 человек. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. У нас действительно есть несколько 200-бальников в этом году, которые, причем 2 200-бальника, набрали по довольно сложным предметам. Это физика и профильная математика. Поздравил ребят с высокими результатами по единому госэкзамену и Дмитрий Волошин. Встреча прошла в неформальной обстановке в парке Толстого. Глава «Химок» и выпускники обсудили самые разные темы. Одна из них, конечно же, поступление и дальнейшее трудоустройство. Самое главное, знаете что? Не совершить ошибку, которая зачастую бывает. Ну, допустим, работает кто-то врачом, и потом там, в 35 лет или в 40 меняет квалификацию дизайнер интерьеров. Вам нужно хорошо понять, вот вы врач или там все-таки дизайнер интерьеров или чего. То есть вот это важно. На встрече ребята затронули самые разные темы, от студенческих лет главы «Химок» до благоустройства городского округа и формата госэкзаменов. Сейчас идет дискуссия на тему того, в каком формате лучше проводить выпускные экзамены. То есть как сейчас проводят ЕГЭ, или вот как раньше было в советских школах, когда сдавали все экзамены своим учителям. Вот вы как думаете, что более эффективно? Мы этот вопрос буквально недавно обсуждали. То анализ показывает, что ЕГЭ, который сейчас, он более эффективный, чем тот, который был раньше. Все госэкзамены сданы. Впереди у ребят поступление в вузы. Это новый жизненный этап. Первый шаг во взрослую жизнь. Я надеюсь, что вы будете возвращаться тоже в свои школы, не забывать своих учителей. Это же традиции. Каждый год встречаться или раз в 5 лет. Ну, как у вас будет получаться потом? Вот вы эти традиции не оставляйте. Это важно. То есть забывать их не надо. Все выпускники также получили памятные подарки. А в завершении встречи ребята и глава «Химок» смогли насладиться видами города с высоты птичьего полета, прокатившись на колесе обозрения. Мне понравилось, как прошла наша встреча на самом деле, потому что действительно был такой очень удобный формат общения, мы все смогли задать интересующий нас вопрос. Встреча прошла хорошо, было интересно поговорить с главой, познакомиться с ребятами, которые тоже хорошо сдали ЕГЭ. В неформальном таком формате, что понравилось. Уже в эту пятницу во всех образовательных учреждениях «Химок» пройдут выпускные вечера. Это одновременно трепетный и радостный момент для всех выпускников. Всего же в этом году в городском округе попрощаются со школой более 1300 человек. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров, Софья Ткаченко. Новости Химкитова.